Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Страна и мир предновогодние. Мы начинаем нашу программу с основных событий в нашей стране и за рубежом. Подписание советско-американского договора по ракетам средней и меньшей дальности среди важнейших мировых событий уходящего года. Об этом заявили в предновогодних интервью, обращениях к народам своих стран Эрих Хонекер, Николай Чаушеску, Гэс Холл, Маргарет Тэтчер, Гельмут Коль, другие руководители, видные политические деятели зарубежных государств. В Организации Объединенных Наций в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи ООН распространен текст совместного советско-американского заявления на высшем уровне о состоявшейся 7-10 декабря этого года встрече в Вашингтоне Михаила Сергеевича Горбачева и Рональда Рейгана. Сегодня в Москве открывается новая станция метро «Чеховская». Ежесуточно метрополитены нашей страны перевозят более 12 миллионов. А в среднем за год около 4 миллиардов 700 миллионов пассажиров. В Ленинградском объединении «Электросила» изготовлен первый в мире криогенератор мощностью 300 тысяч киловатт, для ротора которого предусмотрена температура минус 269 градусов по Цельсию. Сегодня проведены последние контрольные операции на этой уникальной машине. Премьер-министр Зимбабве Роберт Мугабе приведен сегодня к присяге в качестве первого в истории страны президента, наделенного исполнительной властью. Сообщение из Центра управления полетом. Новый 1988 год уже встретили советские космонавты Владимир Титов и Муса Манаров. Сегодня в 14 часов 57 минут по московскому времени пилотируемый комплекс «Мир» первый раз вошел в зону Нового года. Это произошло над Новой Зеландией. В первый день Нового года экипаж будет отдыхать, а его командиру в этот день исполнится 41 год. Более подробно об этих и других событиях вам расскажут наши комментаторы Владимир Молчанов и Леонид Эллин. Добрый вечер. Добрый вечер. Так уж, наверное, мы устроены, что в этот день, перед тем, как часы пробьют полночь, мы всегда вспоминаем, что хорошего и не очень было в нашей жизни в году уходящем. А если взять жизнь международную, какие события и проблемы были главными? Попробуем вспомнить некоторые из них. Вспомнить те события, в зеркале которых нашло отражение, целостность и взаимозависимость нашего мира. Вашингтонская встреча Михаила Сергеевича Горбачева и Рональда Рейгана и договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Весь мир, вне зависимости от политических взглядов, назвал это не просто событием года, но главным событием последних времен. Особенно символично для нас, что движение к безъядерному миру началось в год 70-летия страны Советов, возвестившей о своем рождении ленинским декретом о мире. Скоро исполнится ровно год с того момента, как правительство Афганистана провозгласило политику национального примирения. Она нашла свое воплощение в новой конституции страны и избрании президента Наджибулы Лоя Джиргой высшим собранием. К этому хочу добавить, что огромный резонанс в мире вызвало решение Советского Союза в течение 12 ближайших месяцев, а возможно и быстрее вывести ограниченный контингент своих войск из Афганистана при условии, что Запад прекратит помощь афганской контрреволюции. А теперь перенесемся в Юго-Восточную Азию. 27 августа правительство Кампучии провозгласило курс на национальное примирение. И как один из его итогов, первая за 8 лет после изгнания полпотовцев встреча председателя Совета министров Кампучии Хун Сена и принца Народома Сианука под Парижем, во время которой прозвучал призыв к прекращению войны. Эта встреча тоже стала одним из главных событий года. А вот пример, увы, иного рода. На земле, где по преданию был рожден Иисус из Назарета, в дни рождественских каникул льется кровь. Небывалая по мощности антиизраильские выступления, самые крупные за все 20 лет оккупации, проходят на западном берегу Иордана в секторе Газа. Это демонстрация поистине всенародного возмущения. Ну и еще одно из главных событий уходящего года, напомнившее всем нам, жителям Земли, об общности наших судеб. Нас стало 5 миллиардов. По решению Организации Объединенных Наций, вот этот маленький человек, которого зовут Матей Гашпар, родившийся 11 июля в Югославии, объявлен 5-миллиардным жителем нашей планеты.
Что ж, счастье ему и всем нам, жителям маленькой планеты, имя которой Земля. А теперь вернемся к событиям в нашей стране. Считанные часы остаются до встречи Нового года. Москва. Вот такая она, наша столица, сверкающая разноцветными гирляндами на пушистых елях в эти последние часы уходящего года. Приметы праздника и в доброй улыбке Деда Мороза, и в радостном настроении москвичей, спешащих навстречу Нового года к своим близким друзьям. И я думаю, что в эту предновогоднюю ночь, как обычно, добрую службу нам сослужит космическая связь. Она соединит нас с Токио, Бонном и Парижем. А на террасе над Елисейскими полями на связь с предновогодним выпуском программы «Время» выходит наш парижский корреспондент Анатолий Потапов. Добрый вечер. Добрый вечер. Анатолий Георгиевич, мы уже за сегодняшний день побывали в Токио и в Бонне, увидели, как встречают Новый год там, а какие традиции присущи встрече Нового года во Франции. Вы хорошо слышите мой вопрос? Ну, понимаете, во-первых, парижане встретят Новый год на 2 часа позднее, чем москвичи. У нас тут у советских людей маленькая привилегия. Мы встретим Новый год дважды. Сначала московский, потом парижский. Ну, а у парижан недавно были уже праздники, рождественские. И праздники эти по давней традиции проводятся обычно дома, в тесном кругу семьи. А вот Новый год встречают по-иному, уже с друзьями, и многие не дома, в ресторанах, кафе, бистро, клубах. Анатолий Георгиевич, я уже сказал телезрителям, что это красивое место, где вы находитесь, называется Елисейскими полями. А расскажите нам, пожалуйста, как выглядят другие предновогодние уголки Парижа? Я думаю, не стоит об этом рассказывать. Я просто хочу вам предложить сейчас вместе с нами пройтись, ну, буквально на несколько секунд, по предпраздничным парижским улицам. Согласны? Конечно, Анатолий Георгиевич, спасибо. Мы сняли эти кинокадры незадолго до выхода в эфир программы «Время». Центральные кварталы французской столицы залиты мириадами огней. Гирлянды электрических лампочек как бы вплетены в ветви деревьев. И парижане в эти последние часы перед Новым годом не хотят сидеть дома. Много народу на улицах, люди приехали из пригородов и провинций. Всем хочется увидеть принарядившийся Париж. И масса удовольствий для малышей. Вот так ведь запросто можно поздороваться с персонажами знакомых сказок. Нигде нет запретительных надписей, руками не трогать. Раздолье для ребятишек, на тротуарах уличные музыканты. Заработать хоть немного денег в этот праздничный вечер. Спасибо Бонну, Токио и Парижу, и, конечно, Роже Варне. А я перед тем, как завершить международную часть программы «Время», хочу напомнить вам о наиболее любопытных событиях, произошедших в 87-м году, и показать вам этот видеокалейдоскоп. 9 месяцев продолжалось плавание на каноэ по Амазонке в Карибском море. Его возглавлял кубинский географ Антонио Хименес. Участники экспедиции преодолели на веслах более 10 тысяч километров. Теперь можно считать доказанным, что предками коренных жителей Карибских островов были индейцы, жившие в бассейне Амазонки. В этом году подписано международное соглашение об охране китов. То, что охрана природы – дело каждого, доказал на днях Раджив Ганди. Отдыхая на острове Агатти в Аравийском море, премьер-министр увидел выброшенного прибоем на берег китенка. Ганди бросился в воду и с помощью подоспевшей охраны задыхавшегося китенка вернули в море. Японцы продолжают удивлять нас чудесами передовой технологии. Желтый металлический брусок – это супермагнит из специального сплава. Он в 10 раз сильнее обычного. Требуются немалые усилия, чтобы оторвать шарики, общий вес которых 26 килограмм. Новый магнит позволит создать электромоторы особо малых размеров. Как мы уже сообщили, в ночь с 31 декабря на 1 января будет введена дополнительная секунда в шкалу координированного времени. Что же такое эта секунда? Приятная неожиданность может произойти за 1 секунду. За 1 секунду может решиться судьба, особенно в новогоднюю ночь. 1 секунда для этого нового времени – это 500 000 лет.
Это такой срок, за который атомный эталон ошибется на эту секунду. Атомное время сверяют все страны по эталонам и соревнуются в их усовершенствовании. Вот наше хранилище точного времени. Но, тем не менее, стрелки часов во всем мире переведут в новогоднюю ночь на одну секунду, согласуясь с суточным вращением Земли, то есть с астрономическим временем. Радиостанции передадут дополнительный сигнал. По-прежнему астрономы следят за малейшими отклонениями в ритме вращения нашей планеты. Это необходимо навигаторам, необходимо для решения практических задач в геодезии, геофизике, в космической науке, да и вообще необходимо знать положение Земли в космическом пространстве и корректировать время. Как всегда, мы завершаем нашу программу прогнозом погоды. Гидрометцентр СССР сообщает, что завтра, в первый день нового 1988 года, в Эстонии будет минус 3 плюс 2 градуса, пройдет мокрый снег, ожидается метель. В Латвии погода будет отнюдь не зимняя, дождь 2-7 градусов тепла. В Латвии, в Литве также тепло, 3-8 градусов и тоже дождь. В Белоруссии 0,5 градусов тепла, на востоке минус 5. А вот на Украине погода завтра будет разнообразной. В большинстве областей температура от 3 градусов мороза до 2 тепла. На юго-западе плюс 8, на западе снег. В Молдавии тепло 5-10 градусов. В центральном районе европейской части России днем температура повысится до 9-14 градусов мороза. В Архангельской области новогодней ночью будет очень холодно, местами до 30 градусов мороза, а днем будет 16-21 градус. В Ленинграде ночью 17-19 градусов мороза, в окрестностях до 24, днем постепенное повышение температуры до 10-12 градусов мороза. В Москве в новогоднюю ночь будет холодно, 17-19 градусов мороза. А вот днем немного теплее, минус 10-12. Местами пройдет слабый снег, ветер северо-западный. Никого нет, странно. А это что? Так, для Степашки почитаем. Ушли за мышкой, скоро будем Аня и Филя. О, ух ты, у нас появится мышка, здорово! А ведь у меня для нее и клеточка, я сейчас принесу. Всем добрый вечер. Всем привет. Ну а сейчас мы поделимся с ребятами мультфильмом. Смотрим. Конец 20 века. Да. А у нас в доме одна пара валенок на двоих. Ну, как при царе Горохе. Да. А почему так вышло-то? Что у вас, средств нету? То есть денег у вас не хватает? Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
Говорил я этому охотнику, купи себе валенки. А он что? Что он? Пошел кеды купил, они, говорят, красивые. Это он не подумавшее сделал. У нас зимой национальная деревенская одежда какая? Валенки, штаны ватные, тулуп и шапка на меху. У нас зимой в кедах даже студенты не ходят. Балбес он, балбес. А вы скажите ему об этом. Раскройте ему глаза, чтобы у него прояснилось. Не могу, мы уже 2 дня с ним не разговариваем. Не 2, а 3. Так это не беда. Можно телеграмму послать или письмо. На ту и почта. Что сказать нельзя, то в письме пишут. Вам какой бланк? Простой или поздравительный? Простой, простой. А чего его баловать-то? Не хочет он меня баловать, а мне от тебя ничего и не надо. У меня простых нет. У меня только поздравительный. Вот опять расходы непредвиденные. Ну, давайте ваш этот поздравительный. Шарик, ты молодец. Неправильно это. Если бланк поздравительный, адресата сначала поздравить надо. Ну, хорошо, хорошо. Поздравляю тебя, Шарик. Ты балбес. А дальше чего писать? Обычно про погоду пишут. Погода, погода у нас хорошая. Ничего себе хорошая. Метель 2 дня воет. Ха! Всю охоту замело. А вы помолчите, товарищ пес. Будете ответ писать? Про свою погоду напишите. А я не буду ему ответ писать. Я вот сейчас в него кочергу брошу, чтоб не обзывался. Зачем бросать? Если почта есть, сейчас мы ее упакуем и коту передадим. Это же бандероль получается. Вам кочергу прислали бандеролью. Хотели вас запустить. Что? Да я за это в него утюгом запущу. Минуточку. Больше килограмма. Это посылка получается. Сейчас мы ее доставим. А если вы на него бочку катите, это уже контейнерная перевозка получается. Этим трансагентство занимается в сельской местности. Надоело? Наша квартира мне телевизионную передачу напоминает. «Что, где, когда» называется. Это почему же? А не поймешь, что где валяется и когда все это кончится. И вообще, от вашего бензина у меня все цветы завяли. Они не от бензина завяли. Цветы обычно в тех домах вянут, где атмосфера очень строгая. А у нас она слишком веселая. Вы с дядей Федором и в пинг-понг, и в шахматы играете, и запорожец старый купили, разваленный. Уж и не знаю, чего вам еще не хватает. Мы с дядей Федором посоветовались и решили, что нам совершенно необходимо где-то второго ребенка достать. Ага. Чтобы строго снять и сердитость. Ой, никогда. А на Новый год мы хотим Простоквашино уехать. Если вы так хотите, вы сколько угодно можете ехать в ваше Простоквашино. А я не могу. У меня выступление на новогоднем голубом огоньке. А ты садись в последнюю электричку и приезжай к нам. Я, конечно, люблю природу, но не до такой степени, чтобы в концертном платье в электричках разъезжать. Это верно. В Простоквашино сейчас мороз. Там надо концертную телогрейку надевать и концертные валенки.
Ой, интересно, как там мой шарик с Матроскиным? Министерство связи, Простоквашинское отделение, говорящее письмо. Первый раз в жизни такое получаю. Интересно, что там? Это я, Павтальон Певкин, принес фурфнал, фурфистка. Шарик с Матроскиным начинают раздел имущества. Точка. Скоро печку пилить начнут. А потом избу. Точка. Почтальон Печкин. Точка. Ой, как хорошо, что вы пришли. Надо Шарику телеграмму срочную передать. Пожалуйста, заполняйте бланк. Фломастер. Скоро приедет дядя Федор. Точка. Срочно бери мои валенки и иди в лес за елкой. 14 слов и доставка. С вас 50 копеек. И гражданин Шарик, вам телеграмма пришла. Будете ответ писать? Не буду. У меня денег нет. А вы поищите в карманах. А у меня карманов-то нет. Я ему ответ нарисую. Ну и что это? Что это за народное творчество? Это индейская национальная народная изба. Фиг вам называется. Дожили. Мы его, можно сказать, на помойке нашли, отмыли, очистили от очисток, а он нам фиг вам рисует. Эх, лучше бы дядя Федор вместо тебя черепаху завел в коробочке. Да? А мне жалко елки рубить. Если все начнут к Новому году елки рубить, у нас вместо леса одни пеньки останутся. Это он для старушек хорошо, когда в лесу одни пеньки. Почему это? Почему это, бестолковый? На них сидеть можно. А что будут птицы делать? Зайцы? Ты о них-то подумал? Он о зайцах думает. А нас кто подумает? Адмирал Иван Федорович Крузенштерн? Разрешите поинтересоваться в целях повышения образованности. А кто такой будет Иван Федорович Крузенштерн? Не знаю. Только так пароход назывался, на котором моя бабушка плавала. Наверное, он был не как ты. Он был хороший человек, раз его именем пароход назвали. И он елки рубить не стал бы. Не то, что некоторые. Вот и Новый год скоро. Уже часы бьют. А мне кажется, это не часы бьют, а кто-то ногой в дверь стучит. Да? Войдите! Здравствуйте! Угадайте, кто я? Адмирал Иван Федорович Крузенштерн. Человек и пароход. Ну вы уж совсем. Кто там? Кто там? Это я, почтальон Печкин. Принес журнал «Мурзилка». Ура! Ура! С наступающим! А где дядя Федор? Он в машине сидит. Мы никак проехать не можем. Дорогу замело. Ну вот что ездовые собаки, брат, это я слышал. А вот чтобы ездовые коты, это прибор. А ездовые почтальоны вам встречались? Ничего, ничего. У нас зимой дороги такие, и погода такая, что уже ездовые академики встречаются. Сам видел? Эй, стойте, стойте! Машина из ямы выбралась. Дальше я уже своим ходом могу.
А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил. О морях и не мечтаю, телевизор мне природу заменил. Что было вчера, то забыть мне пора. Завтрашнего дня ни соседям, ни друзьям, никому не узнать меня, не узнать меня. Странная какая-то у вас настроечная таблица, кругами. Это у них не таблица. Это у них все паутиной заросло. У них на каждой кастрюле такая таблица. И на печке даже, поскольку они не разговаривали. А мы уже помирились. Помирились, когда дядя Федор снег вытаскивали. Потому что совместный труд для моей пользы он объединяет. Матроскин! Рад, что у вас все хорошо кончилось. Приятного вам Нового года. А вы разве не с нами будете его встречать? Не уговаривайте. Сейчас в наше время главное украшение стола. Что? Цветы. Кости. Телевизор. А он у вас паутину показывает. Я к себе пойду. Не уходите. Телевизор мы обязательно починим. Ведь сегодня нашу маму в голубом огоньке будут показывать. Конечно, починим. А во дворе есть прекрасная елка, живая и настоящая. Давайте ее нарядим. Ура! Давайте! Только у нас игрушек нету, у нас наряжать нечем. Как? Как так нечем? А у нас на чердаке много вещей старинных есть. Давайте ими елку наряжать. Попрошу внимания, сделайте, пожалуйста, умные лица. Я на вас фотоохоту начинаю. Какие у вас в Москве новости? Решили с папой второго ребенка доставать. Ну и ну, раньше шубу, мотоциклы доставали, а теперь детей доставать начали. Ой, какая радость! В телевизоре вашей маме один дядя с большими усами цветы подарил. Я бы этому дяде с большими ушами уши-то подкрутил. Я вам сейчас этого дядю покажу. Вот он, этот коварный тип гражданской наружности. О, это вовсе не тип. Это руководитель маминой самодеятельности. Ой, сейчас наша мама петь будет. Только это напрасно все. У вашего телевизора звук не работает. Ой, как жалко, что мы маму не слышим. Она к этому выступлению полгода готовилась. Ничего себе. Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла? Это не техника дошла, а я сама сюда дошла на лыжах. А концерт на пленку записан. Ура! Ура! Наша мама приехала! Я же говорила, что просто не могу жить без нашего Простоквашино. Кабы не было зимы в городах и селах, никогда б не знали мы этих дней веселых. Не кружила б малышня возле снежной бабы, не петляла бы лыжня, кабы, 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 не петляла бы лыжня, кабы, кабы, кабы. Кабы не было зимы, а все время лето, мы бы не знали кутерьмы новогодней этой. Не спешил бы Дед Мороз к нам через ухабы, лед на речке бы не замерз, кабы, 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 лед на речке бы не замерз, кабы, кабы, кабы. Кабы не было зимы в городах и селах, и никогда б не знали вы этих дней веселых. Сонечко сіда, синій вечір на порі.
Кряче чорних пропливає, срібний місяць угорі. Тихі сутінки кружляють, мрії сни прийшли до нас. Колискові співають, на добраніч спати час. Капітанам море сниться, а пілотам висота. Машиністам залізниця, будівельникам міста. До нових планет рушають космонавти в мріях сна. Щедрий урожай збирають хлібороби на ланах. Хоч усюди ніч кружляє, прикордонник наш не спить. Мирні сни охороняє й неба чисто блакить. Вітерець нічний зітхає, зорі вкрили небеса. Завтра день новий засяє, всі здійсняться чудеса. Всі здійсняться чудеса.